Финишная прямая и предпоследний выпуск проекта «Похудела» уже готов к выходу в эфир. Участникам осталось всего один раз встать на весы в рамках программы. На этой неделе участники получили последние бонусные килограммы за ободряющие ролики от болельщиков и за командные соревнования. В этот раз организаторы решили испытать похудевших участников не на силу мышц, а на силу мысли. Пригласили команды на мозгобойню. Забегая вперед, скажем, что некоторым пришлось краснеть от недостатка знаний и компенсировать проигранные килограммы в спортзале. Кто за неделю до финала заявил ведущим, что больше худеть не будет, кто сбежал с последней тренировки, а кто в нескольких граммах от рекорда всех трех сезонов по сброшенному весу, узнаем совсем скоро. Не пропустите «Похудела» в это воскресенье в 20:00 на Первом городском канале.